Всем привет! Меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Rollercoaster Tycoon 3. Благодаря вашим невероятно теплым сообщениям под предыдущим видео, огромное количество лайков, огромное количество сообщений с просьбой и даже требованиями продолжать. Благодаря всему этому мы продолжаем играть с вами в Rollercoaster Tycoon 3 и развиваем нашу корпорацию добра, где мы будем развлекать всех этих милых мужчин и женщин, особенно вот эта вот женщина с рыжим афро, она шикарна. И мы будем строить свою империю, друзья. Как видите, наше место, которое мы с вами построили под названием... как оно у нас называется, между прочим? Месть природе, да? Набирает популярность. И наш работник, я не знаю, что с ним происходит, она постоянно просто спотыкается о все испражнения данных обезьян, и я не знаю, что у нее в голове происходит. Кстати, я могу узнать. Месть природе мне очень нравится. Нет, мне интересует вот что у нее. Боже, как скучно, я ненавижу эту работу. У меня интересная работа. Странная женщина, на самом деле. И, друзья, это моя вторая попытка писать, потому что до этого я писал около 10 минут, наверное, записи. Внезапно мой компьютер решил перезагрузиться. И поэтому я сейчас рассказываю некоторые вещи второй раз в пустоту. Ну, вы, конечно, слышите это все впервые, поэтому надеюсь, что ничего страшного не произойдет далее. Ну, в общем, что... Новый аттракцион Лупаплейн. В общем, что я думаю? Во-первых, ей нужно дать имя, потому что Смотритель 2 это как-то очень глупо. Я назову ее... Вот, Смотритель 2 подумывает об уходе, да-да-да. Я обожаю свою работу. Вот так ее будет звать ее. Далее мы хотим с вами, наверное, все-таки... обучить ее, да, целых $50 на твое обучение потратим. И мы можем повысить дисциплинированность. Еще. Все, мы повысили ее дисциплину. И даже, друзья, знаете, что я думаю, стоит нанять еще одного работника, персонал. Вот, Смотритель 2.1. Ты где? Так, подождите. А что он тут делает? Или она? Я не знаю. Так, знаешь что? Ты идешь со мной и работаешь теперь вот здесь. Все. Я ничего не знаю. Это теперь твоя забота. Изменить зону. И как мне это сделать? Вот так? Так сработает? Все, вот твоя зона ответственности. Завершить. Отлично. Работай. Ну, тебя будут звать Смотритель 1. Мне пофиг. Давай только разве что обучим и тебя. Все, 50. И повысим твою дисциплину. Все, работай. Все. Ничего не знаю. Смотритель 1 у нас. Интересная работа. Отпусти. Боже, как скучно. Окей. Они со временем привыкнут, и им будет интересно убирать этот навоз, и им будет очень интересно и увлекательно. Но у нас здесь одна, смотрите, черненькая, другая беленькая, и я думаю, что посетители сюда будут приходить даже больше, наверное, посмотреть не на этих прекрасных девушек, чем на этих обезьян, которые, кстати говоря, ухаживают даже друг за другом. И одну зовут Мариса, другого зовут Байрон. И тут ребятки еще. Как вас зовут? Эй, как тебя зовут? Стой! Улиссис и Диана. Принцесса Диана у нас здесь, смотрите. Ну, в общем, что я думаю, друзья? Мы будем расширять с вами наш парк. К сожалению, у нас не так уже много места, как может показаться с первого раза. Но в правой части у нас здесь будут различные аттракционы, связанные с животными. И, может быть, такие вот разные развлекательные, может быть, водные какие-то аквапарки.
А с левой части у нас будут различные более такие механические аттракционы. Так что давайте подумаем над этим вопросом. И давайте выберем, наверное, что мы хотим здесь построить. У нас тут куча разных новых аттракционов появилась. Вот, водные аттракционы. Но пока, наверное, нам просто не открылось. Но подождем, когда это произойдет. Страшные аттракционы. О, Enterprise. Я помню, я хотел это построить, друзья. И... Ну, наверное, сначала стоит сделать дорожки. И у нас здесь вот есть обычные дорожки и лист, асфальт. Да, асфальт. Давайте подумаем, как мы хотим расположить эти все дорожки. Я думаю, вот здесь. Нет, стой. Вот так, отлично. Нет, здесь мы дорожки не можем поставить. Да я думаю, вряд ли кто-то захочет ходить под вот этими всеми вертолетами. Поэтому мы направим движение в эту сторону. Отлично. Здесь можно расположить какие-нибудь магазинчики, например. А здесь начать располагать наши аттракционы. И, может быть, даже стоит... Нет. Здесь дорожки нам не нужны пока что. Разберемся по ходу дела. А пока давайте разместим наш Enterprise. О, виндсерфинг! Это водных. Скажите, что это водных. Еее, виндсерфинг. Прикольно. Но я хочу построить, может быть, бассейн. Это было бы интересно. Страшные аттракционы Enterprise. Здоровая такая штукенция. И построим мы его, наверное, вот где-то здесь. Отлично. Вход. Хотя нет, я хочу переместить. Нет! Нет. Удалить? Да, блин. Интересно, сколько я сейчас? 880, да, я потратил сейчас. А на установку у нас это стоит... 800. А, все нормально. Мы ничего не потеряли. Два, раз, два. Вот на таком расстоянии мы поставим. Вход у нас будет вот здесь, например. Да? А выход будет, ну, скажем, вот здесь. Отлично. Теперь нам нужно сделать к нему подход. И у нас здесь есть вот очередь. Обычная очередь. Вот так. Так, это что-то не то. Что-то не то. Я не так хотел. Отменить. Сюда. Вот так. Вот. И... Не совсем так, как я хотел, но все, вот, отлично. И... Ага, отлично, вот. И вот здесь поставим дорожку. Обычную уже на этот раз. Так, подождите, вход как-то у нас неправильно получился. Это чуть-чуть не то, что я хотел. Так. Так, все, прекрати. Может быть, отсюда надо строить вход? Типа вот так. Во! Отлично. Теперь у нас вход будет вот так вот. У нас очередь будет идти, и они будут заходить. А здесь у нас будет выход с аттракциона. Отлично. Вот он, один из первых аттракционов, который мы с вами построили. Теперь. Много голодных посетителей. Сейчас мы будем зарабатывать с вами на еде, друзья. Итак, Enterprise, пока он закрыт, да? А мы можем... Без музыки. Ну как это же без музыки? Дреды пирата? Нет. Джей Джей Хаус. Играй. Нет? Давайте в тестовый режим поставим. Как он вообще выглядит, этот Enterprise? Я вспомнил, некая такая подобная штука была даже в моем собственном городе, и это был мой любимый аттракцион. Он, правда, был не настолько жестокий, как этот, он поднимался там буквально на 30 градусов, но это было прикольно, и там были не кабинки, а ты так привязывался к вот такой вот, к этой стенке, и тебя просто, да-да-да, вот так вот крутило, было прикольно. Но его закрыли, потому что он был, в общем, я мог на нем умереть, друзья. Это было самое веселое.
Ладно, Enterprise 1, я вполне согласен с этим названием, и давайте, во-первых, содержание, цена за вход, 2 бакса, ну пусть будет 2 бакса, давайте откроем его, и все сюда, эй, все сюда, аттракцион работает, смотрите, Enterprise крутится быстрее. Ну ладно, когда-нибудь они придут. Давайте в этой зоне организуем этим всем посетителям покушать. Я же сам покушать захотел. Магазины и еда. Что у нас здесь? Опять гамбургеры и мороженое, да? Из воды напитки у нас. Причем они только вот и все. Пока что все, что нам открыто. О, воздушные шарики! И здание, банкомат, медпункт, справочная. О, туалетов у нас нет. Знаете что? Реально, надо поставить туалеты. Один туалет мы поставим вот здесь, у нас дико популярное место, да? И вот прям напротив магазинов с едой мы поставим туалет. А чё, всё. Бесплатный? Бесплатный. 10 центов, всё. Всего ничего, друзья. Один туалет пока что будет достаточно, наверное. Ну, можно, ладно. Поставить, допустим, вот здесь где-нибудь второй туалет. Где-то у нас было здание, туалет. Вот вам второй туалет за 10 центов. Все. Можете ходить туда-сюда, куда хотите, туда и ходите. А вот здесь... Где я там хотел? Вот здесь мы с вами установим сейчас магазинчики со всяким... Со всякой едой и воздушными шариками. Все, смотрите, гамбургеры. Давайте развернем. Есть. Мороженое. Есть. Дальше мы напитки установим. Есть. У нас всего 3000 баксов, но это все фигня. Водный транспорт появился. Смотрите, все больше и больше водных аттракционов появляется. Это здорово. Ну и, конечно, воздушные шарики. И причем, я думаю, стоит сделать так, чтобы эти воздушные шарики... где я тут могу установить? Шарик за 90 центов. Синхронизировать палатки этого типа, да. Шарики у нас будут по доллару и 10 центов, во. И надо открыть его. Тебя мы тоже откроем. Здесь пускай уже все стандартные пока будут цены. Ты открыт. Подводный туннель открыт. О! И ты открыт. Все у нас открыты. Все, работаем, друзья. А, туалеты, может, кстати, тоже надо открыть, да. Это было бы неплохо. Так, и... Давайте проверим, здесь у нас работает, здесь работает. И туалет у нас тоже открыт. Все, здорово. Как у нас здесь дела с Enterprise? Смотрите, очередь какая. Нифига себе. Все хотят покататься на Enterprise. Супер. Все, здесь у нас еда. Это все здорово. Тип дорожек песочный появился. Я в шоке просто. Заваливают нас всем. Тратьте деньги, говорят нам. Ну, а мы и будем тратить. А чё? Давайте построим еще один аттракцион. Я думаю, это было бы неплохо. И желоба и аттракцион. Чеширские коты. Интересно. Строительство. Я даже не знаю, что вот это такое. Что ты? Ты что? Я не знаю. Строительство. Нет. Детали. Так. Еще раз откроем. Где это у нас было? О! Можно составить свой трек, но можно поставить и что-нибудь типа вот таких вот вещей. Cat size и час... колдуней. Нет, у нас один такой же есть, наверное. Все-таки мы не будем еще один такой строить. Мы построим что-нибудь такое поприкольное. Мини-аттракционы карусель. Не, горки у нас уже есть. Вот виндсерфинг у нас есть. Вот это пойдет еще, да. Побольше таких вот всяких. Лупа-плейн. Я даже не знаю, что это. Это, кстати, из дополнения. Угу. Крутящееся кресло. О, это прикольно. И высотная вертушка. Но высотная вертушка одна у нас уже стоит. Вот это вот она. Поэтому давайте добавим...
Что-то типа проща. Ух, нифига себе, она огромная. Так, ты окно закройся. Вот это проща так проща, судя по всему. Ладно, раз, два. Вот так. Со входом сделаем и выходом ту же картину. Нифига себе, аттракцион. Так, и давайте сделаем дорожки. Дорожки. Все вот так. Как я там делал? Типа... Во. Отлично. И здесь поставим обычную... Типа песчаная у нас там, говорят, да? Песочная дорожка. Не, ну мы будем использовать дальше наши бетонные. Бетонные прикольные. Чё, нормально. Сочетается тут все. Есть. И давайте посмотрим... Давайте посмотрим, как это работает. Режим тестов. И... Я помню, где-то эта кнопка. О, выберите ограждение. Типа, чтобы не подсматривали. Прикольно. Да, это жесть аттракцион. Да, нормально. Во, камера горок. Уи! Оу, какой вид отсюда открывается, смотрите. Шикарно. Все, выйдем отсюда. А, и музыку, конечно же, поставим. А то опять без музыки. Tribal Wild. Все, нормально. Сколько ты у нас стоишь? Ты у нас... Доллар? Не-е-е-е. Ты у нас будешь стоить 2 доллара. И мы открыты. Все, идите, ломайте себе ноги и руки, друзья. Вперед. Ну, вот эта часть аттракционов наших мы не более-менее наладили. Смотрите, у нас деньги капают. О, да, детка. Прибыль растет. Замечательно. А здесь было бы прикольно построить что-нибудь вот из водных горок. Что-нибудь типа такого. Водяные аттракционы. Виндсерфинг. Жаркое аттракцион. Чё? Вот что мне не нравится, что искать надо. А вдруг это еда? Ага, это еда. Какой это нафиг аттракцион, вы? Ладно, а мы расширим... Мы расширим наше местоположение разных магазинчиков. Тут как раз один слот у нас остался. Жаркое. Да где же это жаркое, если это картофель фри? Вы, блин, идиоты. Открыто. Все, покупать. Смотрите, тут прям проходишь и все свои деньги тратишь, не дойдя даже до аттракциона. Мы прошли уровень новичка! Теперь попробуйте задачи для мастера. Ае, ребята. Вот это я понимаю. Я сам не заметил, как я уже прошел первый этап новичка. Ну ладно. В общем, друзья, я не уверен, что там за фигня с, собственно, этими аттракционами. То есть вот у нас есть виндсерфинг. Если выбрать, то ничего никак поместить это нельзя. Тут есть разные кнопки, типа вот такие, там вот такие, здесь типа выше, типа ниже. В общем, ничего ставиться не хочет, и, скорее всего, это нужно делать, мне кажется, на водной поверхности. Но почему тогда этот появился у меня впервые? Я не уверен, но я увидел, что здесь есть такие еще прикольные штуки, типа вот ландшафт у нас, и... О, я тут один поставил знак, причем тут можно... Какую-нибудь надпись на нем написать, и прикольно будет. Но смотрите, что я нашел. Здесь есть скамейки, и мы совсем о них забыли. Вот у нас здесь есть парочка, но вот в этой местности у нас почти ничего нет. Поэтому было бы неплохо, наверное, где-нибудь здесь, пока люди ждут в очереди, поставить, наверное, скамейки. Не помешает, это уж точно. Где-нибудь возле туалета, например. Это будет неплохое место для скамейки. И давайте... Вот здесь одну поставим, у нас здесь раз, два, три, и раз, два, раз, два. О, отлично, все. Сидите здесь, и помимо этого у нас есть также урны, что тоже нужно не забывать. Урна здесь, все, да, хорошо. Вот здесь одну урну поставим, и здесь. Где еще их можно разместить? Вот на перекрестках будет неплохо. Вот здесь одну поставим. Нет, вот тут все, вот.
И у нас здесь еще люди иногда гуляют. Хотя, на самом деле, я здесь не видел ни одного еще человека, который бы гулял. Поэтому мы там ничего ставить не будем. Но вот тут у нас очень занятое такое место. Вот здесь стоит поставить. И вот где-нибудь на углу. Отлично. Урной 2 бакса, так что не жалко, друзья. У нас здесь еще... пофоткаться типа можно. Смотрите, прикольно. Фотосекция. Например, вы можете, дорогие друзья, пофотографироваться вот... вот здесь. Много посетителей, испытывающих жажду. Установите дополнительные палатки с напитками. Окей. Вот тут можете пофоткаться, смотрите. Иначе дебилы уж по-другому они не поймут просто. Им надо стопудово говорить, что вот здесь можно пофотографироваться. У нас тут знак есть. Так, стоп. Все, вот, убрать. Мы можем настроить, да? Настройки знака. Вот, да. Что здесь будет написано? Добро вашей семьи. Отлично. Все, мы показываем, что мы к ним дружественны, что у нас здесь весело и хорошо. Все, и они такие, добро ваша семья. О-о-о. И думают, что, наверное, попали в какую-нибудь баптистскую секту или еще что-нибудь типа того. Ну да ладно, я думаю, они сами тут разберутся. И нам говорят палатки, да, палатки с водой, напитки. Жажду испытывают. Смотрите, здесь у нас вода продается с едой, да. Здесь у нас где-то... Где-то есть. Ну, тут вода. Ну, где у нас еще скопление? Ну, вот тут постоянно на перекрестке люди тусуются, поэтому я думаю, можно поставить вот тут еще один. Вот, даже вот тут. Все. Открыть. Пейте! Пейте! Я думаю, разберутся эти друзья. Ну, ладно, ребят. Я думаю, мы с вами на сегодня закончили. В следующей серии мы попробуем с вами построить что-нибудь еще и, возможно, поискать... А другие вещи, с помощью которых мы можем облагородить нашу территорию. Как видите, здесь всякие деревья есть. Вот даже уточка, все, фигурный куст. Можно даже попробовать переделать немножко саму основную территорию. Вот, что это у нас за материал, кстати? Вот, наверное, вот такой. Да, у нас вот такой вот материал здесь. Так что тут можно сделать площадь побольше. Кстати, можно это сделать, в принципе, и прямо... Сразу вот так, все. Смотрите, сразу и пространство им побольше стало, и выглядеть все стало намного лучше. Отлично. Ну, а вот это вот я не знаю. У меня такое ощущение, что... это, кстати, на другую сторону. За территорию моего парка уходит, да? Не-не-не, смотрите, это все на моей территории. У меня такое ощущение, что вот этот парк занимает просто огромное количество места, и... Ну, здесь никто не ходит. Никого здесь нет. Совершенно. Поэтому, я не знаю, и могу ли я здесь какой-нибудь, например, магазин поставить? Видите, я даже магазин здесь поставить нигде не могу. Поэтому, может быть, есть смысл снести его к чертовой матери и получить немножко денег? Как вариант. Ну, мы с вами решим это все в следующей серии, друзья. Поэтому, если хотите продолжение ролика Coaster Tycoon 3, как обычно, ставьте лайки под этим видео. Ну и вы можете также... предлагать свои идеи в комментариях, как мы можем дальше развить наш парк. Я с удовольствием почитаю ваши сообщения. Ну, а меня зовут MJ Ramon, и мы здесь закончили. Пока.